Время течет очень быстро. Мне казалось, что совсем недавно мы тестировали новое поколение Toyota Camry, и вот на нашем тесте уже обновленное. Напомню, что вы смотрите программу «Две лошадиные силы», и меня зовут Рауль. Дизайнерские изменения у нас незначительные, но, как говорится, очевидные. Если вы посмотрите на переднюю часть и сравните с попередником, с предыдущим автомобилем, то поймете, что похоже тогда, в 2020 году, автомобиль выглядел футуристичней, автомобиль выглядел более авангардно. Хотя мне казалось, что вот та радиаторная решетка также напоминает поплавленный кондиционер Фунай. При этом было очевидно, что у автомобиля появилась своя незаурядная внешность, и перепутать его с Volkswagen Passat или там Peugeot 508 или Mazda'й просто не представляется возможным. Но при этом я также понимал, что консервативной части покупателей Toyota Camry может показаться, что это уже слишком. Поэтому я не удивлен, что передняя часть изменена. Она стала строже, я бы даже сказал, что у этого дизайна появились свои строгие рамки, и периодически они даже хромированные. Кроме всего прочего, здесь также появились 18-е диски с оригинальным дизайном. Что касается моего мнения по поводу внешности Toyota Camry, в три четверти сзади этот автомобиль выглядит просто великолепно, и я бы ответственно заявил, что ничуть не хуже, чем современные модели от BMW, например. Впрочем, автолюбителям во всем мире абсолютно понятно, что Camry покупают не из-за дизайна. А тогда из-за чего? Может быть, из-за салона? Окей, давайте поймем, что же у нас поменялось внутри. Самые главные изменения, я бы сказал драматические, произошли на торпедо и на центральной консоли. До фейслифтинга наш монитор был меньше, не 9 дюймов, как сейчас. Именно поэтому, похоже, вот тот монитор мог абсолютно спокойно интегрироваться в торпедо. Получалось с размерами. Теперь же это, похоже, невозможно. И вот этот вот монитор у нас установлен, например, точно так же, как в Toyota RAV4 и немного похоже на Toyota Highlander. Воздуховоды, видимо, по той же причине теперь перенесены чуть ниже, хотя раньше находились вот здесь. Можно ли назвать эти изменения судьбоносными или такими, что будут влиять на продажи автомобиля? Ну, думаю, что размер монитора не слишком повлияет, а вот наличие Android Auto и Apple CarPlay – это всегда серьезный аргумент. А еще в обновленной Camry у нас появилась память сидений, память руля и память зеркал. Это, конечно, тоже очень удобная, я бы сказал, премиальная опция. Естественно, у нас немножко поменялась цветовая палитра внутри автомобиля. Это в первую очередь касается вот этих вот деревянных вставок на автомобиль. Насколько я помню, вот точно помню, что на центральной консоли возле подстаканников у нас был такой очень рельефный кусок алюминия. Теперь похоже, что это обычный пластик. Ну и естественно, черный автомобиль с черным салоном – это невмирущая классика от компании Toyota, потому что 90% покупателей Toyota покупают именно вот такое сочетание цветов. Им кажется, что это солидно, и, безусловно, им кажется, что это практично. Хотя я бы, конечно, настаивал на салоне цвета беж или, например, на даже белом салоне. Хотя, конечно, да, в вопросе белого салона за ним нужно серьезно смотреть и за ним нужно серьезно ухаживать, в отличие от черного.
А сейчас небольшая, но полезная для меня и для вас рекламная пауза. Вы знаете, что у нас есть партнер, компания Hotline, а у этой компании есть свое приложение, о котором мы сейчас и поговорим. Дело в том, что если вы будете им пользоваться, то это очень-очень упростит вашу жизнь, потому что, во-первых, вам будет легко и просто сравнить предложения страховых компаний, во-вторых, легко и просто проверить цены. А если к этому приложению также привязана ваша банковская карта, то вам для покупки ОСАГО не нужно будет вводить никакие свои реквизиты. Еще одна выгода от приложения Hotline заключается в том, что вы сразу видите, какие у вас были страховки, какие у вас есть страховки и когда и что заканчивается. К тому же у вас всегда на руках будет ваш полис, который вы с легкостью сможете продемонстрировать сотрудникам полиции, например, а также очень легко и просто вы свяжетесь со страховой компанией. Ну и безусловно, еще раз вам напоминаю, что приобретая гражданскую ответственность или страховку ОСАГО на Hotline Finance, вы вводите промокод 2HP, 2 лошадиные силы, и получаете дополнительную скидку в 50 гривен. Мелочь, а приятно. Ссылка на Hotline, как всегда, находится в описании к этому видео. На торпедо у нас есть графический дисплей. Он достаточно большой, но при этом сохранились колодцы с тахометром и спидометром. Сразу оговорюсь, что к этому графическому дисплею у меня всего лишь одно замечание. Такое впечатление, что там произошел микровзрыв. И вот эти вот все цифры, они разнокалиберные, порой мелкие. Все это разбросано по этому мониторчику. Ну, как бы не так логично, как бы я хотел. И все, в принципе, достаточно мелковато. Хотелось бы больше шрифтов. Но, возможно, это так же связано с тем, что, ну, как бы возрастные изменения с моим зрением произошли. Окей, на самом деле я так не думаю. Я думаю, что если у вас есть графический дисплей, то графику можно сделать и получше. То же самое касается и вот этого большого 9-дюймового дисплея. Мне бы хотелось, чтобы качество графики было лучше. И качество камеры заднего вида тоже. Зато хочу поблагодарить компанию Toyota за то, что она отказалась от этой сенсорной ереси. И на дисплее мы можем увидеть отличные аналоговые кнопки. Мы можем увидеть отличные манипуляторы. И руль у нас тоже нормальный, мультифункциональный, с нормальными классическими кнопками. Кнопками с понятной обратной связью. Когда я нажимаю эти кнопки, я чувствую, что все включилось, и мне не нужно перепроверять. У нас топовая комплектация, самая дорогая, если мы говорим о Camry с обычным классическим ДВС. Это означает, что автомобиль стоит 38,5 тысяч долларов, а все веселье с Toyota Camry начинается с 29 тысяч. В премиальной комплектации вы получаете огромное количество плюшек. Я бы хотел обратить ваше внимание, что автомобиль предлагается с трехзонным климат-контролем. Про Android Auto, Apple CarPlay я говорил. У нас есть индукционная зарядка, у нас есть подогрев руля, у нас есть подогрев передних и задних сидений, и у нас есть вентиляция передних сидений. Поэтому вот эта вот перфорированная эко-кожа меня абсолютно не пугает летом, потому что вентиляция решает все ваши проблемы. И также Toyota Camry укомплектована качественной музыкальной системой от JBL. Все остальные опции и дизайнерские решения вы также можете встретить и на Camry до фейслифтинга. Теперь же мы переходим к техническим изменениям в автомобиле. Под капотом у нас по-прежнему находится 4-цилиндровый, 2,5-литровый бензиновый мотор от Toyota, но он из семейства Dynamic Force. Это означает, что у нас двойной впрыск, это означает, что у нас высокая степень сжатия 13 к 1, и это означает, что мотор работает по принципу Аткинсона. Именно поэтому мощность нашего мотора выросла, у нас 207 лошадиных сил и крутящий момент 243 ньютона. Вместе с этим мотором у нас теперь работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач PowerShift. И, конечно же, я очень рад,
что вот та шестиступенчатая уходит в прошлое, восьмиступенчатая появляется, потому что это напрямую влияет на плавность хода и, естественно, на экономию топлива. Притом я не готов ругать вот ту шестиступенчатую автоматическую коробку, потому что она верой и правдой служила Toyota, и к ней абсолютно никаких замечаний нет. Просто при наличии восьмиступенчатого автомата у нас открываются новые горизонты. Итак, что же умеет этот автомобиль с новым мотором и с новой коробкой? Мы замерили разгон. При заявленных 8,7 до сотни у нас лучшее время 9,7. Это нормально, выезжает из 10 секунд и спасибо. Что касается экономичности, здесь у меня просто отличная новость. На скорости 90 км в час вот эта машина потребляет 4,6-4,7 литра. Я не оговорился. Да, вот этот большой седан ест как маленький котенок. На скорости 130 км в час наш расход возрастает, но это 6,6-6,7 литров на 100 км. В городе ваш расход может составить от 7,5 до 9 литров бензина на 100 км пути. Хотите экономить по-настоящему, купите Toyota Camry Hybrid, но за нее, естественно, на старте придется доплатить. Но давайте на секундочку отвлечемся от сухих цифр и поговорим об ощущениях. Мотор и коробка в Toyota Camry мне понравились. Машина выглядит динамичной, коробка переключается быстро и при этом плавно, а мотор можно крутить, и у него даже появляется такой себе интересный звук из-под капота. Вообще, надо сказать также, что шумоизоляция – это сильная сторона вот этой вот Toyota, потому что периодически у тебя появляется ощущение, что ты едешь в каком-то достаточно дорогом лимузине, но точно не в Toyota Camry. Ну, в чем-то таком, знаете, вот практически в Лексусе, наверное. Хорошо все сделали. Отлично над этим поработали. Еще одна супер новость заключается в том, что в этом автомобиле есть целый блок систем безопасности, который реально может предотвратить аварию. И если раньше на наших тестах некоторые Toyota, в том числе и Camry, абсолютно не реагировали на автомобиль, который находится перед Toyota, на автомобиль, который имитирует препятствие впереди, то сегодня без вмешательства водителя в автоматическом режиме вот этот вот автомобиль остановился перед впереди стоящим. Более того, когда я включил активный круиз-контроль и поехал со скоростью выше 30 км в час, Toyota очень точно определила угрозу перед собой и остановилась вовремя и безопасно. И да-да-да, прямо сейчас я анонсирую для вас сравнительный тест-драйв сразу двух седанов и одного лифтбека. Это Toyota Camry, Mazda 6 Turbo и Peugeot 508. Этот тест вы увидите уже совсем скоро. Вот этот вот блок систем безопасности называется Toyota Safety Sense, и он объединяет в себе датчики, радары, камеры, активный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения, систему предотвращения столкновения спереди идущим автомобилем, систему предотвращения с автомобилем, который движется вам навстречу. Здесь также есть распознавание знаков, и эта опция мне также очень и очень нравится. Клиренс нашего автомобиля не изменился, это 155 мм. Багажник, в зависимости от комплектации, колеблется от 469 литров до 493. И все, что мне остается, это, наверное, пересесть на заднее сиденье Toyota Camry для того, чтобы рассказать и показать, как же будет проходить жизнь людей, которые покупают этот автомобиль, ну не то чтобы в комплекте с водителем, а для того, чтобы ездить на заднем сиденье. Итак, заднее сиденье Toyota Camry – это практически сиденье лимузина, потому что, во-первых, здесь очень много места. Мой рост составляет 1,90 м, водительское сиденье настроено под меня, и при этом коленями я абсолютно не прикасаюсь к этим самым сиденьям. Если вы посмотрите на подлокотник, то это не просто удобно. У нас здесь есть два подстаканника, и при этом, когда я нажимаю вот эту вот кнопочку Power, получается, что у нас есть
управление климат-контролем, у нас управление шторкой, сзади она установлена у нас есть подогрев сидений в нашем автомобиле, и естественно, ну как естественно, и абсолютно неестественно для автомобилей этого класса, мы при помощи электропривода можем правильно регулировать угол наклона спинок сидений. И спинка сидений ушла назад. Это спинка сидений второго пассажира. Если я нажимаю свою спинку, то вот сейчас она становится более вертикально. Либо же нажимаю, и я получаю сразу салон бизнес-класса, потому что практически лежу на задних сиденьях. Еще раз повторюсь, у нас здесь также есть подогрев сидений. Из относительных недостатков автомобиля, а он заключается в том, что вы не можете здесь складывать спинки задних сидений для того, чтобы увеличить объем вашего багажника. На этом все. Дальше одни плюсы. Обратите внимание, что у нас есть шторки. Обратите внимание, что у нас есть два разъема USB. Не знаю, как вам, но появление нового мотора с новой коробкой вместе вот с этим блоком систем безопасности, работающим блоком, мне очень понравились. Также, конечно же, я в восторге от того, сколько места предоставляет второй ряд сидений в Toyota Camry. Ну и также давайте не будем забывать про вот эту вот легендарную, просто непробиваемую подвеску. Я бы даже сказал, что вот эта вот подвеска по своей энергоемкости, по тому, как она может противостоять ямам и колдобинам, она выводит вот этот автомобиль на абсолютно другой уровень комфорта подвески. Я вот только что на полном серьезе подумал о том, что японцам пора бы задуматься о выпуске специальной версии, которая бы имела клиренс 20 сантиметров, которая бы имела систему полного привода, ну и естественно называлась бы не Toyota Camry, а, например, Toyota Prado Sedan, потому что вот эта вот подвеска этого точно заслуживает. Из-за этой подвески, я думаю, что огромное количество людей Toyota Camry и покупают. Ну и, конечно же, вишенка на торте. Toyota Camry для украинского рынка предлагается исключительно японской сборке. Помните о том, что все наши автомобили мы заправляем в сети АЗС Кло, потому что это надежно, потому что это качественно и потому что это сохраняет ваши лошадиные силы и гарантирует вам максимальную экономичность. А сотый бензин, конечно, это просто пушка-гонка для вашей машины. Всем рекомендую. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы». С вами был Рауль. Встретимся на следующей неделе.